Друзья, всем привет! Небольшой обзор о калибраторе. Калибраторы разные бывают. Сейчас их фанерные делают, они из пластика бывают. В общем, меня вот этот калибратор не так давно купил просто по случаю. Хочу просто рассказать, что он из себя представляет. Калибратор достаточно дорогая вещь. Вот этот вот калибратор стоит в районе 2500 рублей. Здесь представлено большинство размеров. Размеры написаны внутри. Они указаны в сантиметрах. Например, допустим, здесь есть 6-сантиметровые отверстия, 8, 10, 12, 14, 20, 23 и 26 сантиметров. 18, я не знаю, говорил, не говорил. Вот, значит, ну, я думаю, что вначале тот, кто только начинает заниматься, тратить деньги на такой калибратор, может быть, даже и нерационально. Раньше, когда у меня не было калибратора, я просто вырезал в коробке отверстие определенного размера, какое мне надо, и использовал его в качестве калибратора. В принципе, ничего в этом страшного нет. Особенно если вы используете компрессор, у которого две насадки одновременно надуваются, да, то может быть даже есть необходимость использовать два калибратора. Хотя можно и по очереди, как кому удобно. Вот небольшой обзор калибратора. В принципе, нужная вещь, но дорогая. Всем пока!